Владивосток, 12 марта 2024 года.
Туристы из Китая снимают Владивосток.
Может, это потому, что я напоминаю свою мать? Да. Да. Спасибо.
Эффектный, да? Пошли.
наверное, не рассчитывал на прогулку стать еще ровнее. Куда-то не рассчитывал на прогулку, как будто. Спасибо.
Ладно, учится. Мама вместе с нами идет. Ну, короче, я тебе говорю.